Привет всем любопытным и любознательным! Сегодня у меня для вас адвент-календарь очень интересный и, я бы даже сказала, любопытный. Вот здесь вот он стоит и похож на самом деле на шопер. Но нет, это и есть адвент-календарь, который называется Do It Yourself. То есть мы покупаем с вами продукты в числе 24-25 приблизительно и сами распределяем, в какое окошко какой продукт мы положим. Вот такой вот адвент-календарь у меня сегодня для вас. И купила я его за 59, практически 49,95 евро. Изначально его цена была 64. Права на черную пятницу на скидках на сайте cosmetickaufhaus.de. Да, доставка была только по Германии, соответственно, я забирала в Германии, но мне показалось очень интересно, я не видела еще пока что ни у кого, кто ведет свой канал на русском языке, этот адвент. Давайте его откроем, посмотрим, стоит он того или нет. И, конечно же, в наполнении я уже приблизительно знаю, что там будет. Обещают наполнение нам где-то на 250 евро. И плюс ко всему у нас будет очень много продуктов от марки Бобор. Да, собственно говоря, ради этого я и купила его, чтобы посмотреть, какие продукты там находятся, оценить наполнение и понять, стоит вообще, в принципе, этот адвент-календарь покупать или нет. Все-таки за 64 можно вполне себе купить довольно приличный адвент. Например, от того же Glossy Box на скидках. Сейчас он продается тоже за практически 50 евро. Есть ли смысл брать именно этот адвент? Давайте его сейчас потихонечку открывать, смотреть. И мы будем с вами доставать по одному предмету, рассматривать, разглядывать, обсуждать. И потом в конце подведем итог. Какая наполняемость этого финансового адвента? И стоило его брать или нет? Понравился он нам, конечно же, или нет? Забыла сказать, что также на сайте было написано, что то, что на картинке и то, что внутри этого адвента, может не совпадать. Это, скажем, такой полный сюрприз. Вы приблизительно знаете, что вас ожидает, но точно нет. Так что будем смотреть с вами. Достаем первый предмет. И здесь у нас какая-то коробочка, что-то упаковано. Это доктор Грандель. Elements of Nature. Здесь у нас... А что это такое? С витамином Е я вижу. Биофлав... Так, сложные названия пошли. Биофлафон? Биофлафон. Так, если вы знаете, что это такое. 10 миллилитров. И это уход. Уход. Так, уход утром и вечером. После того, как вы очистили вашу кожу, нужно нанести с размером с орешек и на всю кожу, на шею и на зону декольте. Ага, значит, у нас с вами получается крем. Отлично, крем от этой марки. Здесь, конечно, все так классно упаковано. Здесь тоже в этой упаковке везде вот этот значок доктор Грандель. Я считаю, это роскошно. Крем, конечно, у нас с вами очень маленький, 10 мл. И мне даже кажется, что это не какой-то travel формат, это, скорее всего, какой-то пробник. Но, тем не менее, очень приятно. Укрепляющий уход. Ребят, тут написано на русском. Ну, посмотрите, какая прелесть. Все для нас, все для того, чтобы можно было не напрягаться, не смотреть, что они там на немецком написали. Сразу по-русски все у вас есть. Так, давайте немножечко попробую. Буквально капелюшечку. Здесь 10 мл, очень маленький объем. Но я хочу понять, как этот крем пахнет. Да, есть аромат, но он такой, знаете, немножко почему-то аромат какой-то черешни. Вишни, вот такой вот есть. Приятный, очень приятный. Впитывается не сразу, но консистенция очень такая нежная. Сразу ощущается увлажнение. Ох, нравится, нравится. Хороший первый продукт, я считаю. Хоть он и небольшого размера, но мы с вами и так, собственно говоря, открывали другие адвенты. Там тоже были такие малоразмерные продукты. Я только что сейчас увидела, что здесь есть... Я даже не знаю, как это объяснить. Я не думаю, что вам сейчас это видно. Просто вся совершенно матовая поверхность этой упаковки. И есть небольшой глянец в виде таких вот небольших элементов чего-то зеленого. Да, это элементы of nature. То есть у нас все здесь с вами изображено. Мы движемся дальше. Вытягиваю что-нибудь совершенно несмотря. Здесь у нас шампунь. Шампунь от марки. Это мини-формат. И сразу вижу...
Бенекос Био. И это биокосметика. Ну, здорово. Здесь у нас с вами 50 мл. Объем уже побольше, но это, скорее всего, какой-то travel такой формат, потому что действительно 50 мл это удобно взять с собой. Мне здесь ничем не пахнет. Я ничего не чувствую, к сожалению. Ну, возможно, ничем и не пахнет, да? Но это био вот такой вот шампунь. Полезная вещь. Надеюсь, мы найдем и кондиционер. Но как-то у нас только шампунь без кондиционера. Дальше у нас здесь с вами какая-то коробочка. 40 лет марки Club. Beauty Rituals. О, Beauty Ritualы. И это горячий шоколад-концентрат. 3 ампулы. Здесь у нас ампулы с горячим шоколадом, ну, как минимум, с концентратом горячего шоколада. Очень интересно. Здесь у нас нет русского, чтобы я вам сразу смогла сказать, что это такое. Ну, в принципе, это у нас ампулы. И вам, опять-таки, скорее всего, не видно, но здесь у нас есть специальная штучка, которой вы эти ампулы будете открывать. Она прям такая маленькая, мини-мини. Здорово. Это, конечно же, означает, что продукт дорогой, бренд продумал. И здесь у нас всего лишь 3 ампулы. Но я уверена, что ампулы довольно-довольно стоят дорого. Давайте быстренько почитаю, что у нас здесь написано. Вечером. Можно также и утром наносить на очищенную кожу, опять-таки лица, шеи, зоны декольте, вот такими легкими похлопывающими движениями, буквально пару минут и дать впитаться. Затем уже можно наносить ваш уход. Ну здорово, ампулы я обожаю, с удовольствием использую. От этой марки у меня еще ничего нет, поэтому здорово, здорово. Так, сделано в Германии. Ну вот, сделано в Германии, я думаю, что вот это тоже у нас сделано в Германии, мне кажется. А здесь, да, сделано в Германии, и давайте биошампунь посмотрю, чтобы сразу очень любить смотреть. О, сделано в Италии. Вот это у нас с вами иностранное тут затесалось. Следующее мы с вами достаем, и это, я знаю эту марку, M2 Beauty. Здесь у нас Eyelash Awakening Serum. Это серум для ресниц. Здесь на самом деле не полноразмерка, здесь буквально 2 мл. И сделано снова в Германии, без парабенов, без гормонов, без силиконов и не тестировано на животных. Замечательная вещь, мы уже с вами такую штучку находили. Снова 2 мл, полноразмерка 4 мл. То есть здесь у нас с вами половинка от полноразмерки, и стоимость просто зашкаливает, она безумная, здесь где-то 40 евро, наверное, вот в этой малышке, да-да-да. Но хочу вам что сказать, я еще не попробовала, но я использую серум от другой марки, и я заметила результат. Не знаю, сколько вам видно, но мои естественные реснички просто преобразились. Они стали гораздо-гораздо длиннее, мне прям приятно их теперь красить. Я вижу, какие они длинные, какие они классные, немножечко их стало побольше, по моим ощущениям, они как-то так верообразно сейчас выглядят. В общем, я в восторге. Серум я теперь буду обязательно использовать. Следующее, что мы здесь с вами находим, это что у нас тушь такая? Нет, это не тушь. Это Ultra Lasting Lip Cream. И это марка Evergarden. Я думаю, что так называется. Опять-таки с ней не знакома. Номер 713. И сразу посмотрим, сделано в Италии. Ах, у нас здесь с вами итальянская помада. Давайте посмотрим на нее, как она выглядит. Очень интересно, очень необычно. Это такой немножечко темноватый, на мой взгляд, цвет. И здесь еще есть дополнительный лип-глосс. То есть, получается, вы можете нанести помаду. Скорее всего, она, возможно, даже с каким-то таким финишем матовым или нет. Что написано? Написано, что она просто будет долго держаться на ваших губах. Ну, то есть, если она будет долго держаться, то, скорее всего, это только использовать вот эту часть цветную. Но если вы хотите, чтобы она еще немножечко так поблескивала, то можно использовать и, в принципе, и отдельно, или вместе. А я не буду делать сводч, потому что, скорее всего, я эту помаду подарю. Поэтому вот, помаду такую мне не нужно. У меня очень много сейчас помад в использовании. Следующий продукт у нас здесь снова с вами от марки Dr. Grandel. И это всего лишь одна, насколько я понимаю, ампула. Да, ампула на 3 мл. Ого! Обычно у нас ампула по 2 мл, как минимум. Вот здесь вот у нас с вами этот горячий шоколад. Здесь были всего лишь по 2 мл. Они вот такие вот небольшие. А здесь у нас ампула просто гигантская. О,
Здесь еще есть инструкция. Мне кажется, инструкция сама по себе гораздо больше по размеру, чем, собственно говоря, сама ампула. Посмотрите, целая книжка. Если вдруг вам скучно станет, можете почитать. Так, как бы это достать? Все очень классно упаковано. Я не думаю, что они продаются вот по одной ампулы. Скорее всего, минимум это 3 ампулы, я не уверена. Если вы знаете, продают они по одной вот так вот ампуле, потому что она упакована просто роскошно. Мне кажется, вот так вот, даже если ее приобрести или кому-то подарить, это уже классный подарок. И я, конечно, читаю, для чего это. Для более красиво выглядящей кожи. Вот. Для этого у нас с вами ампула. Я хочу ее очень достать, но тут так все качественно, классно упаковано, что мне это не получается, чтобы я не разрушила вот эту упаковку. И есть открывашка. Смотрите, какая она гигантская. Если до этого у нас была маленькая, компактная, то здесь просто мега размер. Ладно, не буду доставать, бог с ней, с этой стороны как минимум. Давайте попробую с другой. Просто мне хочется посмотреть на эти 3 мл, насколько будет большая действительно эта ампула. Вот, получилось. Смотрите, какая она огромная. И, насколько знаю, эти ампулы нужно сначала немножечко встряхнуть перед использованием. Затем вы надеваете вот эту вот крышечку на нее. Вот она, собственно говоря. Какой стороной, какой стороной? Вот этой стороной, наверное. Да, вот этой стороной. Той стороной, где у вас здесь вот есть прорезь посерединке. Одеваете, нажимаете, и она ломается. Очень классно, очень практично. Я использую только так ампулу. У меня уже много таких вот штучек, и они действительно мега практичные. Обожаю, обожаю ампулу. Я рада этой находке. Это очень здорово, как бы тебя обратно теперь посадить. Не хочет обратно. Пока что мне очень нравится, потому что действительно они положили туда продукты, которые для меня в новинку интересные. Я знакома только с серумом, но я ему однозначно рада. Следующий продукт у нас здесь с вами, и снова похоже что-то в виде ампулы. Это другая марка, это марка LBC Paris Bio Cosmetic. Ага, тут, наверное, она сделана во Франции, а нет, сделана в Германии. Написано Paris, но сделана в Германии, ну почему бы нет? Активные ингредиенты, и здесь у нас особая забота о вашей коже. Я так понимаю, что она будет с гиалуроном. Давайте тоже на нее посмотрим, на эту ампулу. Как она выглядит? Одна оденюшенька там лежит. Но вот это вот уже выглядит для меня как пробник. Знаете почему? Потому что вот эта упаковка, она выглядит недорого-богато. Если вот здесь вот у нас с вами упаковка шикарная, роскошная, и можно ее вот так спокойно, мне кажется, совершенно продавать, то вот здесь вот она выглядит действительно как какой-то пробничек. Одна вот такая ампула, чтобы вы ее просто взяли, попробовали, может быть, и приобрели, если вам понравится. Я думаю, что здесь как раз-таки 2 мл. Здесь ничего не написано. Но здорово. Здесь у нас фруктовый оксид. Фруктовый оксид, я вижу, на этой ампуле написано. Да, 2 мл. Миллиметра, 2 мл, конечно же. Да, только для одного раза использования. Но такие вот ампулы, их надолго хватает. У меня сейчас как раз-таки 2 миллилитра ампула есть в использовании, и хочу сказать, что очень много можно куда ее нанести. Прекрасно хватает на лицо, на шею, на зону декольте. Это отличная вещь, хороший очень объем. Следующий продукт у нас здесь с вами от марки, которую я не знаю. Айперон, наверное, Natural Care. И это у нас... это у нас гель для мытья ног, для ножек наших. При этом здесь у нас соль Мертвого моря и апельсинка. Интересно, как она пахнет? Есть аромат? Нет, так я ничего не чувствую. Ну ладно, я думаю, что здесь написано, что да, действительно будет аромат. Аромат апельсина грейпфрутовый вот такой вот. И 30 мл сделано в Германии. Но здорово, я думаю, что это достанется моему супругу, потому что все, что касается таких вот ножных дел, больше уходит в его сторону. Он очень любит ухаживать за ножками, я люблю ухаживать за ручками. Вообще, в принципе, у меня ножки практически не требуют никакого ухода. Мне с ними безумно повезло, я даже крем очень редко использую, просто потому что там кожица как у младенца. Следующая марка, и я ее обожаю, это просто моя большая любовь, марка Ava. И здесь у нас минеральный крем для ручек, 40 мл. Мне кажется, такой объем вполне себе можно приобрести, я не уверена. Сделана эта марка в Израиле, у них невероятные ароматы, просто какая-то фантастика. И у меня связаны, конечно, воспоминания с этими ароматами. Ребят, это роскошь, которую, конечно, я буду беречь. Я обожаю этот аромат,
Он мне напоминает о времени, которое я провела, работая в том числе и с Израилем. То есть мы отправляли наших туристов в Израиль, но... Какая прелесть! Но и мне удалось тоже побывать несколько раз в разных регионах. Соответственно, у меня остались очень теплые и очень приятные воспоминания. Конечно же, когда я возвращалась обратно, я вылетала из Турции, работала в Турции, я всегда покупала себе вот такой вот набор из кремов, лосьона для тела с собой. Очень вкусно пахнет, я безумно рада. Буду теперь наслаждаться. Пахнет божественно. Если вы никогда еще не пользовались, попробуйте обязательно. Мне кажется, этот аромат, он такой вот действительно напоминает о мертвом море, о какой-то полезности и немножечко солнца. Солнце здесь тоже есть. Так, следующий продукт у нас с вами LBC Paris снова. И это просто Lip Balm, то есть это у нас бальзам для губ. Он самый-самый обычный. Давайте его понюхаем. Есть какой-то сладенький конфетный аромат. Ну, как в принципе и всегда в таких средствах. Следующий у нас здесь с вами тоже от марки Ahava. Ах, как я рада. И это лосьон для тела 40 мл. Вот они обычно идут вот таким вот комби. Но лосьон здесь тоже маленький, 40 мл. Мне все-таки кажется, что можно его купить 40 мл. Это, наверное, какой-то такой travel формат. Я нанесу на другую ручку. Здесь раз у нас все открыто, кремушек так прям... Лосьончик хочет выйти из своей тюбы. Вот здесь вот не такой яркий аромат. Если в креме для рук аромат был очень яркий, очень насыщенный, такой вас поглощающий, то здесь очень легкий. Ну и консистенция, она, конечно же, совершенно другая. Она легко впитывается, легко распределяется. Ох, божественно. Просто божественно, ребята. Это невероятное удовольствие. Я просто рада приобретению, можно сказать, практически из-за этих трех средств. Они меня безумно радуют, хотя ампулы, конечно, тоже буду пользоваться ими с удовольствием. Дальше у нас тоже какие-то крема тут я вижу, давайте их посмотрим. Это марка Gertraud Gruber. О, так, что это, 30 мл. Я хочу посмотреть, где это сделано. Я вижу, что это Германия, да, сделано в Германии. Отлично. И это у нас крем для тела с маслом ши и с витаминным комплексом. С маслом ши и витаминным комплексом. Так, открыть я его не могу, тут все запечатано, как все серьезно. Но у нас крем для тела, у нас с вами есть лосьон для тела, крем для рук. Собственно говоря, крем для тела, и есть шампунь, и еще забота о наших ножках. Ну, пока что действительно наполнение получается именно таким, что мы можем в разные окошки положить разные продукты. Ничего у нас пока не повторилось. Следующее. О, какая большая тюба. И здесь у нас LBC Paris Bio Cosmetics. Снова мы с вами с ромашкой. С ромашкой. Что это такое? О! Это получается крем для рук. Опять что ли крем для рук? Только я сказала вам, что ничего у нас не повторяется. Крем-то для рук у нас уже был. Хорошо, он был не с ромашкой, но тем не менее. Тем не менее, здесь объем, конечно, такой поприличнее. Хотя мне кажется в этом свете, что она где-то вот до сюда доходит. Ну давайте, здесь можно открыть? Здесь можно открыть, понюхать. Ну сейчас, конечно, Ahava мне все перебивает, все ароматы. Сейчас мои ручки просто благоухают этим замечательным, мною любимым ароматом. Поэтому ромашку, конечно, я не чувствую. Ну ладно, поверим, что ромашкой пахнет. И смотрим с вами дальше. Ах, бобор. Первый бобор. И здесь у нас ампулы. 7 штучек. И это что у нас такое? Концентрированные ампулы, да, и здесь у нас АХА. Так, это что? Perfection. 8% АХА. Кумкуат, лимон, грейпфрут и алантеин. Ну что ж, комплекс довольно интересный, и я думаю, что он должен нам помогать. Здесь, кстати, на оборотной стороне написано. Для чувствительной кожи он должен придать свечение коже и еще немножечко ее отшелушить. Здорово, я с удовольствием буду пользоваться, обожаю бобор, собственно говоря. Я уже вам говорила, что именно ради этого я его и покупала. Этот адвент
Так, дальше, дальше. Давайте смотреть, что у нас дальше. У нас, наверное, будет только бобор, потому что я старалась его складывать в самый низ, когда я смотрела, все ли у нас в порядке, ничего ли не потерялось, и плюс ко всему, конечно, ничего ли не разбилось. Потому что адвент я приобрела уже давно, но у меня стоял, ждал своей очереди, и, соответственно, чтобы вдруг какие-то неполадки, можно было легко решить этот вопрос. Спасибо. Итак, значит, у нас здесь бобор, и это лифтинг-крем, очень маленький, он такой прям совсем-совсем малыш. Здесь у нас сколько объем? Ой, ребят, это написано sample. Простите, ремонт, ничего не могу с этим сделать. Not for sale, то есть не для продажи, к сожалению, этот кремик, но он выглядит очень классно, мне нравится. Тут, конечно же, есть и инструкция, пожалуйста, все дорого-богато, все для вас, скучно вам. Вот, пожалуйста, вот такая вот махина, можно почитать. Давайте посмотрим на сам крем, потому что он-то как раз-таки нам интересен. Небольшая упаковка, это пластик, но выглядит, в принципе, очень симпатично, очень миленько. Крем я от Бобора люблю, это дело хорошее, это шикарная находка, здорово, что он здесь есть. И давайте смотреть дальше, здесь вот у нас что-то такое, это у нас с вами уже не бобор, это марка Нюкс. И здесь у нас их знаменитое масло для лица, для тела, для волос, пожалуйста, для всего, чего хотите. 10 мл, сделано во Франции. Он небольшой, конечно же, но мы с вами приблизительно вот такой вот уже находили. Ничего страшного, его нужно немного, поэтому расход небольшой. Здорово, здорово, что он есть. И дальше я хочу посмотреть что-нибудь еще мелкое, потому что здесь какой-то большой все лежит. Еще крем, крем от Бобора здесь у нас, и это увлажняющий крем для сухой и кожи, которая нуждается в подпитке. 15 мл, слушайте, ну это, наверное, скорее всего, уже можно приобрести, да? Ничего не написано. Как минимум, не написано, что это у нас с вами сэмпл для непродажи. Очень красиво все упаковано. Здесь написано на русском. На русском я сейчас вам зачитаю. Этот увлажняющий крем был разработан специально для сухой кожи. Сочетание экстракта красных водорослей и гуалуроновой кислоты мгновенно способствует размягчению сухой кожи и длительному удержанию влаги в ней. Одновременно с этим происходит стимулирование выработки церамидов кожи для укрепления естественного защитного барьера и защиты от внешних воздействий. Шикарный, шикарный крем. Давайте откроем. 15 мл, в принципе, небольшой объем, но здесь-то упаковано. Только посмотрите, какая прелесть, как классно упаковано. Здесь, мне кажется, стекло. Знаете, вот по ощущениям стекло. А, я-то сейчас только что увидела просто их адрес. Ахен. Я знаю этот город, я там, к сожалению, еще никогда не была. Так, хочу открыть. А могу открыть? Не могу открыть. А, нет, все открылось тут. Какие-то проблемы с открыванием некоторых тюбиков. Ай-яй-яй. Ну, ребята, ну молодцы. Классно упаковали. Я просто в восторге. Я, конечно, под впечатлением пока что. Мне все нравится. Мы, конечно, в конце с вами посчитаем, вообще было это выгодно или нет. Но пока что все действительно мне нравится. Следующее у нас здесь что-то с вами такое большое, и это, я вижу, кисточка. На оборотной стороне здесь у меня написано, что это кисточка для пудры, для праймера можно использовать. В общем, кисточка для лица, скажем так. Как она упакована. Все серьезно, здесь еще дополнительный есть пакетик, и это марка Stage Color. Очень приятная кисточка, такая симпатичная, по ощущениям нежная, приятная, такая пушистенькая, плотненькая при этом. Но я думаю, будет отлично работать. Здорово, здорово, даже нам положили кисточку. Следующий продукт, который у нас здесь есть, это снова бобор, снова моя радость, моя большая любовь. И здесь у нас 3 ампулы. Да, к сожалению, ампулы здесь всего лишь 3, но это тоже полноразмерка, вот так вы можете приобрести в магазине, так мы в большинстве с вами находим в каких-то боксах, адвент-календарях. Здесь наверняка у нас тоже написано на русском, только для наружного применения, осторожно стекло, ну, понятно, хорошо. А что у нас тут за ампулы, ничего такого не написано, да? Но в любом случае это концентрат,
мы с вами прекрасно знаем. Я уверена, что здесь есть тоже открывашка. Не хочу сейчас пока открывать эту упаковку, потому что она полностью закрыта. Она оригинально упакована. Соответственно, есть большая вероятность, что я либо подарю, либо, может быть, в перспективе буду, конечно, использовать сама, но не сейчас. Не сейчас. Сейчас у меня есть другие ампулы. Так, тут что-то такое из ткани. И это тоже... тоже, видимо, для адвента, ну не знаю. Марка Declior Paris. И здесь у нас 100% переработанный пластик. Очень здорово. Так, что же у нас такое? Это с вами, это такая штучка, которую вы одеваете на голову. И можно, например, маски делать, умываться. Может даже, чтобы вам волосы просто не мешали, ходить вот так по дому. Но она выглядит симпатично, такая желтая, но опять-таки, для адвента мне вот эта вещь совершенно не интересна. То есть, если бы я нашла в каком-то номере вот эту вещичку, я думаю, что я не сильно бы ей порадовалась. Если бы там была она и, допустим, вот эта вот ампула, ну, это уже как бы куда ни шло. Или вот, может быть, это гигиеническая помада. То есть, в дополнение к чему-то, да, но отдельно точно нет. Дальше мы с вами смотрим. Здесь тоже что-то есть еще. О, два продукта. Да, два. Бобор, и здесь у нас явно пробник, потому что он так вот как раз-таки и выглядит. Крем для лица у нас здесь с вами, и это крем лифтинг, я правильно понимаю? Мне кажется, да. Да. Давайте откроем и посмотрим, как выглядит этот мини-пробник. Плохо, конечно, что здесь сейчас находится пробник. Очень хотелось бы найти, опять-таки, может быть, вот где она сейчас, я ее уже потеряла. Вот такую вот баночку, хотя бы выглядит более роскошно, выглядит более так достойно для адвента, чем вот такой вот пробник. То есть такой пробник вы получите, приобретя что-то, соответственно, ну вы ему не порадуетесь. Он не для продажи, понятное дело, здесь очень маленький объем, я даже не знаю какой, но я думаю, что здесь может быть 3, максимум 5, и то на 5 я как-то не думаю, мне кажется, все-таки 3. Следующий продукт снова от Бобора, и здесь у нас одна единственная ампула, и это sample, да, так и написано, not for sale. Не для продажи, пожалуйста, ампула выглядит вот так вот, здесь у нее есть опять эта вот открывашечка, и здесь у нас свечение, то есть это ампула для свечения. Здорово упаковано, приятно, что она здесь есть, но маловато, всегда хочется чего-то побольше. А побольше у нас сейчас с вами будет, посмотрите, какая здоровая упаковка. Что же у нас здесь с вами такое? Это марка Darphin. И это снова not for sale. Ребята, ну что же это такое? Почему у нас продукты, за которые ты заплатил, которые находятся в адвент-календаре, пусть это адвент-календарь, do it yourself, все равно это адвент-календарь, и вы находите продукты, на которых прямо написано не для продажи. То есть человек, который откроет этот адвент, вы же наверняка покупаете его не для себя, а для того, чтобы заполнить для кого-то адвент-календарь, возможно. Возможно, для себя хорошо, но все равно вы тоже не порадуетесь, когда вы будете открывать, и вы найдете вот такую вот надпись прямо здесь, на титульной стороне, not for sale. Ну, это неприятно. Ну, это как-то, знаете, вот так вот. Минус этому адвенту. Давайте посмотрим, упакована эта бутылочка. Симпатично. Бутылка, я так понимаю, для воды, для чая, возможно, для каких-то, наверное, прохладных продуктов. Потому что тепло она держать точно не будет. Выглядит она, конечно, очень хорошо. Стеклянная, такая приятная, красивая. Ну, не знаю. Сделано в Китае. А что у нас сейчас не сделано в Китае? Да. Ну, напишите, пожалуйста, как вам эта бутылка? Вы бы порадовались, если бы вы нашли вот такую вот бутылочку у себя в адвенте? Если бы, может быть, она была бы без вот этой картонной упаковки, я бы не догадалась, что она не для продажи. Но так как прямо здесь вот написано, что она не для продажи, то, конечно, я сразу понимаю, что здесь нам положили какой-то, ну, сэмпл. Не сказать, что это сэмпл, но это вещь, которую ты мог бы получить, например, сделав определенный заказ на какую-то сумму. Там на 30, на 50 евро ты делаешь заказ, и тебе в подарок вот такая вот бутылочка. Это вполне себе понятно. Ну вот, напишите ваше впечатление. Здесь у нас что-то с вами большое. Ах, надеюсь, приятно. Надеюсь, наше впечатление сейчас улучшится. Марка Club. И это маска 15 мл. Маска с гиалуроном. Для лица. Сделано в Германии. Отлично. Маска для лица с гиалуроном. Так.
Не хочет открываться, не хочет открываться, ничего страшного. Мы подойдем с вами с другой стороны. Я думаю, что это не критично. О, слушайте, как прилично выглядит. Я думаю, что тут вполне возможно какая-то не полноразмерка, но как минимум мини-формат. Очень прилично выглядит. Здесь, конечно же, есть у нас дополнительный буклетик, на котором написано, что нам нужно с этим делать. Давайте почитаем, посмотрим. Если у нас здесь как минимум русский, тогда вообще будет замечательно. Итальянский, нидерландский, французский, испанский, немецкий, английский. Так, мы в поиске. Только посмотрите, сколько нам еще искать. Такая длинная инструкция. Русский. Ух, ребята, вот это да, все. Ну, отличная марка, которая нам на русский все переводит. В состав продуктов серии Гиалуроник Мультиэффект входит уникальный наномолекулярный комплекс тройной гиалуроновой кислоты. При применении продуктов этой серии обеспечивается глубокое увлажнение всех слоев кожи с эффектом заполнения морщин и антикуперозный эффект. Происходит улучшение защитных функций кожи и повышение местного иммунитета, укрепление стенных сосудов, заживление микротрещин и восстановление целостности эпидермиса. О, ну какая классная вещь. У нас здесь маска. Читаем маску. Маска – это уникальная маска на основе 4 типной гиалуроновой кислоты для глубокого увлажнения всех слоев кожи и более длительного сохранения эффекта разглаживания морщин. Уже после первого применения маски кожа выглядит отдохнувшей и сияющей, приобретая здоровый оттенок и естественное природное сияние. Применять надо 1-2 раза в неделю на предварительно очищенную кожу, держать 20 минут и снять маску влажным полотенцем. Ух, ну какая прелесть. Давайте посмотрим на консистенцию. Мне кажется, консистенция... А, закрыта. Но пока открывать не буду, потому что маска выглядит, как минимум, очень дорого, я уверена. Поэтому я не хочу сейчас пускать туда воздух для того, чтобы просто-напросто срок ее не начался. И я успела воспользоваться и заполнить морщинки, которые, конечно же, у меня тоже есть. По поводу купероза, отличная вещь. У меня тоже есть такая проблема. Соответственно, я... заинтересована в такой маске, не буду сейчас уже складывать эту инструкцию. Находка роскошная. Это еще не все. Дальше у нас здесь тоже есть с вами какие-то продукты. Давайте их рассмотрим обязательно. Здесь у нас что-то мягкое. Это снова марка Дарфин. И это... так, сделано в Китае, я вижу. Так, ладно, непонятно, что это. Там какой-то полотенчик, может быть, как раз-таки полотенце для лица, для снятия вот этой вот масочки, хотя другая марка. Не знаю, давайте посмотрим. Ага, это полотенце для волос, смотрите, вот такое, хорошее, приятное качество. И я уже использую наподобие полотенца, мне очень нравится, потому что я действительно... обладательница очень сложных волос, и если я буду использовать обычное полотенце, короткое полотенце, слишком короткое, у меня вот эти кончики торчат, и с них капает водичка, это очень неприятно. Если я использую длинное полотенце, то, соответственно, под тяжестью у меня волосы начинают ломаться, и этого, конечно, бы не хотелось. А вот такие полотенца, они идеальные, мне по длине подходят, и однозначно мои волосы чувствуют в них себя комфортно и защищенно. Следующий продукт, мне кажется, что это уже последний продукт. Здесь у нас с вами, нет, что-то еще есть, что-то маленькое. Что это? Это марка Дарфин, и это серум, 5 мл серум. А для чего серум? Для лица или для глаз. Так, ищу язык, на котором я могла это прочитать. Нет, насколько я вижу, это для лица. Да, давайте открывать и смотреть, как это выглядит. Ой, ну, малышка, конечно, но выглядит очень хорошо, так роскошно. Мне кажется, что это все-таки какой-то пробник. Здесь не написано не для продажи, но при этом 5 мл как-то сложно поверить в то, что это на самом деле у нас действительно может быть какой-то тревел-формат. Тем не менее, тоже мы с вами не забыли, нашли. И наш заключительный подарок, ну, может быть и подарок, да? Заключительный продукт, который мы здесь с вами находим, это, мне кажется, косметичка, потому что она была на картинке. Я очень надеялась, конечно же, ее найти. Давайте посмотрим.
Какая прелесть, какая она приятная, качественная. От марки Darphin. Давайте откроем. И здесь она получается у нас не такая сильно объемная. Здесь бумажка-бумажка. Ничего внутри, к сожалению, не лежит, а могли бы положить. Хотя бы пробников, но нет. Ничего нету, но она довольно вместительная. В принципе, мне кажется, вот это вот все, если разобрать, за исключением, конечно, вот этой мега-огромной бутылки, а все может поместиться прекрасно в эту косметичку. Здорово. И давайте не будем забывать, нам еще с вами дали вот такую вот сумочку, в которой все это и лежало. Сумочка-шопер, которую тоже можно использовать. Классное, приятное качество. Я считаю, что здорово, что они нам дали еще дополнительную сумочку. Ну что, ух, у меня тут на столе просто столько всего. Как ваши впечатления? Напишите, пожалуйста, что вы думаете вообще, в принципе, вам понравился этот адвент или нет? Напомню, он стоил 64 евро, но я его купила за 50. То есть за 50 мы с вами получили, конечно, очень интересные продукты. Мой хайлайт, безусловно, вот эта маска, она выглядит очень многообещающе, она выглядит роскошно. При этом, разумеется, я рада еще раз серому, потому что я вижу результат. Моя большая, огромная любовь марка Ахава. И ампулы от Бобора, безусловно. Мне еще интересны вот эти вот ампулы, потому что здесь их пусть три, их немного, но тем не менее горячий шоколад. Звучит даже очень интересно. Да, крема от Бобора единственный, наверное, стоящий каких-то денег, это вот этот вот. К сожалению, остальные крема у нас в форме пробников. Очень-очень жаль. Я, конечно, надеялась найти что-нибудь там побольше от Бобора. В итоге у нас получилось где-то продуктов, мне кажется, 5 или 6 от Бобора, то есть не так много, но при этом все равно это было интересно. Много марок, которых я не знаю, которые я впервые, в принципе, вижу. Я однозначно познакомлюсь с ними поближе и расскажу вам, как они мне понравились. А сейчас давайте я вам скажу наполнение. Наполнение этого адвент-календаря, насколько оно вышло. Ах, ребят, сложно было почитать все-таки. Я считала прямо по всяким мини-мини. То есть вот совсем, где написано было пробник, я такое не считала. Я считала только то, что можно где-то приблизительно найти, приблизительно, возможно, приобрести. То есть где у нас объем такой, какой вы можете посчитать. Если там объем не указан, как у нас на каком-то было пробнике, вообще объем был не указан, по-моему, на вот этом. Нет, это Darphin. На каком-то пробнике, сейчас уже я его не найду, не было указано даже объем. То есть сколько там, 2, 3, 1, и я не знаю, как его посчитать. Поэтому я посчитала только то, что смогла найти, и у меня вышло 227 евро 51 цент. То есть получается, до 250 я не дотянула. Но я уверена, что все-таки 250 здесь есть, потому что я, разумеется, не считала косметичку. Они не продают. Вот это вот не продают отдельно, это можно приобрести только в наборе или получить в подарок. Соответственно, вот это тоже, ну, никак невозможно найти. При этом вот эта кисточка очень интересная, потому что на официальном сайте ее только вот в черном цвете можно приобрести практически где-то за 40. Но на других сайтах ее можно приобрести за 20 с чем-то. То есть странная очень кисточка, как-то официальный продавец продает ее гораздо дороже, чем те, кто у этого продавца, собственно говоря, берет на продажу. Так, что еще? Ну, понятное дело, я не считала все эти мини-форматы. В остальном, вот, опять-таки, вот это тоже я не считала. То есть у нас получилось как минимум 3-4 предмета, которые я посчитать не смогла. Вполне возможно, что косметичку мы можем смело добавить 10 евро. Я уверена, что она столько и стоит. Очень классная, очень качественная. Да, за бутылку мы тоже смело можем добавить с вами десяточку. И так мы и наберем эти 250. Но мое личное впечатление было интересным. Сказать, что я прямо вот куплю в следующий раз, ну, возможно. Возможно, за 50 может быть. Мне лично просто понравилось. Мне показалось интересное вот это вот наполнение, новые марки. Пусть это небольшой объем, но здесь действительно то, что я ни в одном адвенте пока что не видела. Возможно, есть адвенты, которые я еще для себя не открыла, и как раз-таки эти бренды там представлены. Ну вот, есть шанс их попробовать. Соответственно, да, адвент-календарь этот для меня, себя и вот в этом плане окупил. Финансово могло бы быть, конечно, получше. Да, 50 я инвестировала, 227 получила обратно. То есть получается где-то, ну вот,
Не очень. Конечно, есть другие более выгодные адвент-календари. Но ваше мнение мне будет очень интересно узнать. Пожалуйста, напишите, как вам этот адвент, что вы про него думаете, стоит он своих 50 евро, что я за него отдала или нет. Знакомы ли вы с этими брендами? Поделитесь, пожалуйста, в комментарии. А я благодарю вас за просмотр этого видео, за то, что вы были со мной. И желаю вам отличного дня, хорошего, позитивного настроения. Мы увидимся с вами в следующих видео. Не пропускайте. Пока-пока!